Кирилл, с победой! Спасибо. Насколько тяжело было? Ну, довольно тяжело. Соперник старался, но выиграли. Я еще не видел статистики, но какое-то астрономическое количество бросков сегодня по вашим воротам. Это хорошо для вратаря, когда так много практики и так много возможностей демонстрировать свое мастерство? Да, конечно, с каждой игрой становится все лучше, потому что много бросков, много атак. Насколько тяжело было после новогодних праздников, все-таки, ну, сегодня 4 число еще только, и вся страна ест оливье. Насколько вам тяжело было, когда была первая тренировка в новом году? Первая тренировка началась 2 числа. Мы уже сели все оливье к этому времени, поэтому все хорошо. Голевая передача, которую вы сделали, это важно для вас? Ну, а это приятный бонус? Конечно, очень приятно. Главный вопрос. Завтра вторая игра. Вот те матчи ваши, которые я наблюдал, вторая всегда дается чуть хуже. Команда, может быть, не успевает восстанавливаться. Сегодня, понятно, соперник московский «Спартак», который значительно выше вас в турнирной таблице. Возможно, они вас недооценили. Но вы сегодня их очень серьезно разозлили. И я думаю, что завтра будет другая игра. Насколько постараетесь сыграть так же? Будем, как обычно, в каждой игре выкладываться на 100%. Спасибо. Кирилл Абаскалов, один из героев сегодняшнего матча. Спасибо вам огромное. Удачи завтра.